Седьмой раз подряд Новосибирск принимает гостей из Беларуси. На площади Ленина большая ярмарка. Свои товары представили 18 белорусских организаций и производителей. Самое главное для нас это не просто торговое мероприятие, а это мероприятие, которое очень серьезно укрепляет взаимоотношения двух дружеских стран. Спасибо, что вы сегодня с нами, наши белорусские партнеры. Я искренне желаю всем хорошего настроения, хороших покупок. Ассортимент не сильно отличается от обычных магазинов. Есть колбасы, молочная продукция, консервы, конфеты. Однако можно найти и эксклюзивные белорусские товары. Вот, например, маринованный чеснок. В обычном магазине такой вряд ли найдешь. Сейчас, секундочку, сейчас я обслужу. Бездачи, вам огурцы соленые? Да. Пожалуйста. Что самое интересное у вас есть в ассортименте? А вот именно белорусская. Белорусская? Колбаса, черная жемчужина. Свинина, говядина и с черным углем. Очень популярный продукт в Беларуси. Предлагаем и вам, сибирцам. Внешний вид интересный. Мы, конечно, больше в своей стране свой потребляем продукт. Ну, мы за натуральность, за качество, поэтому и привезли вам самое натуральное, самое вкусное, самое качественное. А вот цены хоть и немного, но все же отличаются от рыночных. Например, вот такой шоколад «Спартак», визитная карточка Беларуси, в обычном магазине стоит подешевле. Разница в стоимости в первую очередь объясняется качеством и транспортировкой товаров. Я сама из Новосибирска, но уже 30 лет живу за границей. Приехала с мамой в гости. Очень много продуктов в Новосибирске, совершенно различные. Вот белорусские товары, мы купили сгущенное молоко. Сливки сгущенные. Ну и вот ходим здесь еще смотрим. Город Новосибирск и город Минск побратимы. Ежегодно идет усиление проведения вот таких мероприятий. И мы видим соответствующие отдачи, мы видим настроение людей. И все будет реализовываться то, что укрепляет нашу дружбу. В этом году мы проводили в Республике Беларусь Дни культуры Новосибирской области. Это незабываемые эмоции и впечатления. Поэтому мы должны сохранять историко-культурную ценности, мы должны показывать потенциал наших народов. Это только нам позволит еще больше укрепить дружбу, сохранить мир. Попробовать настоящие белорусские колбасы, сыры и другие продукты новосибирцы смогут до 6 октября. Ярмарка будет работать с 10 утра до 7 часов вечера.